Все основные цехи с производственными задачами справились достойно, без серьезных замечаний. Подразделения работали в текущем режиме. Некоторые изменения, связанные с поставкой сырья, ощутили работники цеха металлургии «Магния». Месяц у нас характеризуется тем, что стояла у нас карнолитовая фабрика «Уралкалия». Цех номер 31 АПО-1 у них работала на сырье, который мы заранее подготовили на период остановки. Замечаний не было. После 23 июня мы уже запустились на сырье, который нам приходил с «Уралкалия». Благодаря своевременной подготовке этот период магниевики пережили безболезненно. В цехах номер 37 и 32 продолжаются капитальные ремонты оборудования. В плавильном ведется реконструкция рудотермической печи номер 1. В химико-металлургическом цехе восстанавливают второй хлоратор. Огромный объем работ в июне выполнили специалисты отдела капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений. Проведен большой объем работ по ремонту фасадов зданий. Также большой объем работ по техническому перевооружению и строительству северного склада для цеха номер 35, а также склада концентрата для цеха номер 37. Во второй половине 2013 года у нас ожидается большой объем поступающего ильменитового сырья, и как раз нам этот склад нужен и необходим.